Вот так, друзья, когда вы ищете в горах заброшенные места, иногда бывают курьезные случаи. Вот посмотрите, вот остатки какого-то римского строения. Вот оно стоит, все, но уже все тут размыто, разбито, да, и поднимаем немножко голову сюда, и вот там пещеры. Но с местными краеведами я поговорил, эти пещеры, это уже относятся к местным партизанам, которые прятались во время гражданской войны в Испании. Вот представляете, какие заморочки могут быть. Вы ищете что-то там римское, что-то там такое, а напарываетесь на простой лагерь партизан. Так бывает.